И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Conan Exiles. И сегодня мы пойдем по данжам. По очередным данжам. Потому что, по сути-то остались только данжи. Только единственное, что... Ну, вот это вот. Берем вот это путешествие. Найти Клаваку, осмотреть Клаваку, это понятное дело, это мы уже делали. Я сейчас туда просто наведаюсь. А здесь уже пойдем найти полуночную рощу. Подземелье. Внутри нас живут могучие трофеи. Я натыкался. Видно игров. То есть мне просто понравился скрин такой. О, надо поставить отметку. Ну, медная игров, это оно есть. Что у нас здесь по экипировке? По экипировке вроде бы все взято. Все взято, все готово. Стаки починил, удалив, кстати, мод на Blood. Ну, то есть я сначала на фемейлов удалил, да? То есть, ну, точнее, на скины, фемейл, мейл и фемейлы. На скины они не повлияли, а вот удалив мод, который добавляет новый ресурс, вот это вот я исправил это дело положение. Кстати, побегал немножечко к скорпионам. Повыбивал шмотки. Значит, ничего такого интересного там не дропнулось. Как таковое. Щитом попользовался немножко, потому что всякая фигня. Выпала вот инерция. Еще одна. Я так и не понял, что лучше. Инерция все-таки или... мой палач. Вот. Но, как бы, сложно в этом плане все. То есть, вот здесь 246, здесь 327. Это, как бы, понятно. А, кстати, точно. Ничего, нормально. У меня тут луки выпали. Во-первых, лук, вот этот, который у меня был. Щепа. У него урон 31. У охотницы урон 26. Но! Экипируем. И урон оружия для проворных плюс 15%. То есть еще дополнительно плюс 15% урона. И вот, кстати, вроде бы он наносит урона больше. Честно, мне бы вот какой-нибудь манекен для теста урона очень не повредил бы. Но я его не нашел. Кстати, может, в модах он есть, но как бы такое себе. В общем, показатель ДПС это хорошо. То есть вот, к примеру, ДПС 188 и ДПС 181. Но он не учитывает, по идее, урон оружия для проворных, а может и учитывает, кто ж его знает. В общем, теперь у меня два лука. Весь благо фигня, когда-нибудь я их затащу окончательно. Так, кинжалики еще какие-то выпадали. Но тоже как бы... А, скорпион-то где? Скорпион, кстати, до него добраться легко. То есть вот хребет, точнее, вот здесь там, крепость Клайли. Здесь обелиск и... От хребта немного вниз. Вот на... Оп. Вот этом месте тусуется скорпион. То есть там как бы пройти вообще фигня вопрос. А это самое быстрое плюс-минус место, как дойти до сундука. Вот. В целом ничего сложного и не было. Так. Здесь я закинул вкусную кашу. Она вроде бы должна лучше хилять. Типа шанс роста увеличивается, но это все фигня, она должна, ну, тут уже расти некуда. Она, что самое главное, должна хилять хорошо. А, ну, это нормально. Ну вот, поэтому посмотрим, что когда где. Это, как по мне, сейчас самое главное у раскачанных. Так, следовать. Где у нас... Угу. Так, мы, по сути, отсюда-то... Ой, не та кнопка. Мы отсюда, по сути, и пойдем. Ну да. Либо с этого обелиска, либо с этого обелиска. Ну, в общем, отсюда явно ближе идти. Ну, вот сейчас, кстати, через скорпиончика я пройдусь. И покажу вам, где, что, как, где мне. Потому что туда идти, то есть... Ну, можно немножко по прямому пройтись, а можно через скорпиона. А вдруг что прокнут еще дополнительное. Так, что у меня по хилкам? По хилкам у меня есть, это тоже есть. Ну, я думаю, мне хватит. Не так, я надеюсь, мне хватит. Погнали. В целом, опять-таки же, вот
Без шуток. Если вы знаете какие-то моды и так далее, это не сейчас мне пригодится, это мне пригодится потом. Вот, здесь как бы вот идти по прямой. Пока иду, объясню, что я говорю. Если вы знаете какие-то моды и так далее, то есть, допустим, на более лучшее оружие. К примеру, я не нашел, ну вот, из тех оружий, которые мне понравились, то есть, типа, новый слиток и так далее, легендарка лучше. То есть, любая легендарка, она оказалась лучше, чем то, что там, то есть, там и, вот, видите, скорпион тусуется. Там и дрочево, как говорится, много с добычей слитков, и это... В данных условиях, да, это все изменится. В ближайшем обновлении вот этих сундуков больше не будет. Ты вот здесь сюда добываешь, опа-на, добываешь этот ключи с них, а потом уже с кучей ключей идешь в этот в данж. Я так и не понял, куда именно, но это уже не важно. Это потом узнается, увидится. То есть идешь в данж и уже там все это дело лутаешь, кучу сундуков. Ну ты гнида. Ладно, вернемся к тебе. О, новый лук. Еще один новый лук. Вытягивание силы. А может, не новый лук? У меня уже такой какой-то лук там тоже еще попадал. И, кстати, да, он был для сильных. Ну, ладно. Вытягивание силы. Вот это мне интересно. Вытягивание силы — это здоровье он будет вытягивать или выносливость? Так, где не до тебя. Я еще лук не экипировал. Так, ключик-то у меня есть? Ключик у меня есть. Отлично. Да ёб твою ж за ногу. Понял. Что конкретно он вытягивает? Допустим, давай. Ну, попал, но выносливость мне явно не восстановилась. Остается только проверять на здоровье. Ну-ка. Ну, естественно. Ладно, это потом потестим. Так, ну а сейчас мы бежим не туда. Да-да, махай, дебил. Вот, через песчаный ход. И Midnight Groove. А, сначала надо в Клаку сходить. Вот дебил, я забыл про Клаку. Ну, чтобы это, последовательность квестов была открыта. А, не, нифига. Здесь вот у меня глаз Хана был. Легендарные вытягивание силы оружия. Здесь у меня все то же самое, только здесь пробивание доспехов 9% и 26 урона. А, ну то же самое. Короче, прям все то же самое, только название другое. Не... А здесь, чтобы тут нужно много сил. Ёп, твою же за ногу. Ладно. Что-то, короче, какая-то шляпа. Щепа пока что все еще самое лучшее. Если не считать охотницы. Потому что что-то какая-то фигня. Так, а я в Клоаку ушел. Так, чтобы найти Клоаку, достаточно вот сюда зайти. Угу. Так. Ага. Ага. Так, стоять. Громила людоед. Погнали за мной. Надеюсь, ты атаковать не будешь. Так. Хорошо, давай переместиться сюда. Так, давай переместиться сюда. Давай, 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 иди сюда. Сейчас будем стоять. Вот ты тупой отродье, чтоб тебя дебильная тупорылая эта тварь. Господи, имбецилы! Вот сказано же. Иди сюда, переместись, тупой ты отродье. Нет, нужно быть тупой тварью. Ой, господи, прости. Вот, после этого вот только одно охота. Прибить этих дебилов. Ну, честно. Вот стоит здесь, тупая тварь. Ой, как они меня раздражают, а?
Стой! Тупой отродье. Пошли! Дебил! Только не агрись на этих. Ай. Ладно, сам тупанул, конечно, поставил. Ай, твою мать! Как ж вы просто бесите! Нет, это не искусственный интеллект, это искусственный дебил! Ах. Интеллектом тут вообще даже близко не пахнет. Эта тупая тварь умудряется даже отсюда пытаться убежать вот туда. Ты понимаешь? Уже это не первый раз. Сейчас перехватил хорошо. Они просто почему-то думают, что так и нужно. Ужас. Ужас. О, бежит, отлично. Хоть это сработало хорошо. И по идее сейчас нужно просто зайти в клаку, и это... Оно там сработает. Надеюсь. Я надеюсь, мне не придется еще раз клаку проходить. Ой, да ладно, серьезно. Полностью осмотрите клаку. Да твою мать. Ладно, за кадром. Прошел клаку. Засчитался квест и проверил охотницу и щепу на как раз берсерке. У нее проворство 20. Плюс, точнее, 21 плюс 20. И вот она как раз таки охотница, точнее, щепа наносит 205, а охотница 200-202. То есть это вот стоит учитывать. Вот. То есть как бы вроде бы как и да, но щепа на копеечку да наносит больше. То есть все-таки то, что вот ДПС там показывает, это правильно. И это так оно и есть. Так, это вот твоя. А, ну да, я же тебе и отдал ту, которая целенькая была, чтобы она не... А, плоть бездны, а, окей. Чтобы она не ломалась. Прошелся автоматический квест. Точнее, часть квеста. Смотрите, клавка. То есть, как бы, с этим проблем не стало. Вернуться на поверхность. Так, дальше здесь у тебя все. У тебя все, ну, глаз бездны, это бог с ним. Это можно выкинуть. Это будет портиться, но... Хотя ладно, сейчас до дома лучше сгонять. Не сбросить все это дело. Мне еще второго кошака надо выкачивать. Тем более что... Тем более что... Тем более нифига себе мы где образовались. Отсюда дойти явно будет легче. А, ну да, мышклак это снизу. Что-то туплю, нифига себе. Домой. И... в данж. Ой-ой-ой. Нифига себе. Пробежался мимо. Я даже не знал, что он тут стоит. Твою мать. Спасай. Пожалуйста. Мочи его. Мочи его, козла. А чё это такое? А чё он тут делает? Ты видишь? А ты чё такой жирный? А чё у тебя размах рук такой здоровый? А чё так много вопросов и так мало ответов? Нифига себе. Да уж. Эй, дурак, 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 дурак. Нет, 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 нет. А ёб твою ж за ногу! Да ёб красоты! Да ё-моё! Да пошел ты в жопу! Да хилку, тварь, жри! Рада с пятого только прожалуйся. Ой-ой-ой. Оп, ползень! Это козел! А чё он такой жиробасный? Не, его без раба вообще никак и никуда, ничего. Это тебе даже не дракон, с драконом и то было легче. Это просто постоянно кидает, размахивает. И попасть-то по нему еще попробую умудрить. И урона вносит просто дайпаже. Обалдеть. Сходил. Чувствую это. У меня там будет приключение меньше, чем здесь.
Твою мать, ты просто посмотри, сколько он ей хп снес. Охренеть. О! И с него ничего нету, да, кроме ключа. Твою мать, да, значит где-то здесь сундук должен быть. Я, ну, просто теперь делал честь сундук найти этот. Если он здесь, конечно, есть вопрос в этом. Офигеть, просто бежал, бежал, тут бах, эта жирная морда стоит здесь. Да уж. Конечно, больше вопроса, а есть ли сундук вообще в целом? Ой-ой-ой-ой-ёшечки. Это, конечно, подстава жесткая была. Кстати, да, пришлось перезайти в игру. У меня что-то после репортации как FPS пропало до 30 и все. У меня просто слайд-шоу какой-то. И бог с ним 30 FPS. 30 FPS я привык во много чем играть. Но там просто слайд-шоу, то есть вот так вот картинка дергалась. Перезашел, пропало. Какого фига? И, кстати, по ходу дела у меня все бафы. Да, у меня все бафы пропали, которые были. После перезахода. Слушай, где сундук? Слышь, ублюдок. Я с тебя ключ достал, достал. Сундук давай. О, кстати, зато хилка вот у нее хорошая. 13 от в секунду хиляется. Ну, наверное, это еще из-за выносливости. Но, в общем, хилка зато кайфовая. Прям очень даже хорошая. Она отрегенилась быстрее, чем я, наверное, этими... бинтами. Сундук так и не нашел. А, это НПЦ. Ёпарасоте. А, это ёп. Уйди отсюда. О, изучился полуночное зелье. Зелье, позволяющее говорить с Джебл Сагом. Интересно. Надо с ним повазарить, что ли. Так, ну в целом ничего такого сверхъестественного, немного лора и свою историю. Так, а где у нас проход? В это самое подземелье, вот мне вот интересно. Где-то же должен быть проход. Я сильно таких-то мест здесь и не вижу больше. О, большая змейка. Может здесь? О, сундук. Читали, да, текст? Несколько рычагов. Давай нажмем. Выбери другой рычаг. Я так понимаю, это просто приколюха разработчиков. Сейчас, наверное, надо все-таки погромче еще сделать. Что еще за непереносимый сигнал? Попробуй другой рычаг. Okay, maybe pick another? Yeah. All right. Good vibes. No, come on. This is gonna work? Of course it's... Yeah. Gonna get it to... Oh,
Okay, just me left in here. Any more levers? No more? Well, thanks. Thanks for trying to help. Tiger. Hey. Hey. How cute are you? Yeah. Okay. I'm just gonna make my way around you. Go through the door you came out of. We're cool. Here we go. More tigers. Okay. И все, здесь больше ничего нельзя сделать. То есть водные рычаги, они неактивны. Но я так, когда я первый раз увидел это, я просто вообще неистово ржал с этого. Как я понял, это все-таки от разрабов, такая маленькая паскалка-прихолюха, но типа прикольно, реально, и они сами говорят, типа, нажми другой рычаг, нажми. Кстати, я не знаю, если нажать другую очередность, что-то будет, типа, здесь тигр, да, был, здесь была пчела, или здесь любые рычаги нажимаешь, очередность одна и та же идет, то есть, как бы, вот это вот я не знаю. Если знаете, напишите в комментариях, а я пока поищу вход, а то у нас сколько уже от серии прошло, 20 минут, да, я все еще пытаюсь вход найти, да, на это я по-другому играть не умею, пошли в жопу хейтеры, которые пишут, что что-то пошло не так, они бан все равно улетают. Кстати, здесь можно, я сначала-то заметил, что она неактивная, я изучил, здесь покупка зелка, зелья за мелкую дичь, ну-ка. Да, вроде бы покупка совершена. Да, вот так сделаем. Ага, вот она, ну. И меня она отправляет. Все, я понял. И в следующий раз я могу даже сидя дома у себя его заюзать, чтобы отправиться в Джевел Сагу. Да, не надо было так много покупать, но у меня мелкой дичи было много, так что почему бы и нет. Да, здесь вспомнил, я это видел как-то раз мимолетом. Это очень красивое место. Это у нас 12 цифр. Это у нас находимся где-то. То есть это даже за карты, короче, я нахожусь. То есть вот цифра 12, видите, да, на мини-карте. То есть я нахожусь даже вот где-то там за карты, короче. Ладно, неважно. Самое главное, что... Ну, здесь можно семки собирать. Здесь даже можно хилки, если есть еще себе недохилки сделать. Это прикольно. Так, это алтарь, походу, делал Джебл Сага все-таки. И здесь больше ничего. А это, наверное, вернуться обратно. Наверное, я не знаю. Но, в общем, погнали в любом случае сюда. Да, здесь будут гиены. Отлично. Это явно не то оружие, которое нужно использовать. Птицы прошептали мне твое имя. Вестник четырех братьев ночи. О, здесь люди есть. Ну или подобие людей. Так, еда — это хорошо. А подобие людей — значит что? Правильно, вот это вот. Так, маленькая развилка. В целом он не такой уж и жесткий. Так, здесь у нас кабанчик нарисован, да? Здесь у нас гиен нарисованы. Здесь мы встретим гиен, там кабанов. Но пройдемся и там, и там.
Да все, хорош махать уже. Да хорош махать уже, погнали. Отлично. Ну, всякая фигня. Ну, пока что мне и одному хорошо. Угу. Тут что-то непонятно. Змея, гарпия. Как-то все непонятно. Очень даже непонятно, я бы так сказал. Но я бы хотел вернуться обратно и посмотреть. Но тут до сих пор гиены идут. В этом-то и прикол. Знаешь, как будто бы есть смысл еще раз ходить и пройтись. Тихо. Кстати, я не смотрю их даже левела. Какие они вообще здесь левела у нас? Боец, последователь Джебл Сага. Ну, учитывая, что они ваншотные, то есть они вообще точно ни о чем. То есть они примерно как эти идут. Ну, как на первоначальной локации. По крайней мере, в этом плане ХП смахивает именно на это. И как бы сюда вообще, по ходу дела, надо было идти чуть ли не в самом начале. Что логично. Да и Клак, ты сама по себе видели, да? Там, ну, ни о чем уж, наверное, всегда идет. Благовоние. Да, ну, боже. Так, и что у нас здесь в итоге? Ага. Здесь мы поднимаемся наверх. Интересно. И по ветвям уходим куда-то вдаль. Блин, ну мне интересно, что с кабанами. А, ладно, лучше потом еще раз пройду. Может, за кадром. Ну да, потому что здесь продолжаются гиены. Все еще до сих пор гиены. Да бей ты уже ее. Так, мне нужно добыть вот эту гиенку. Да иди ты в баню. Потому что она такая, типа, босявая, матерая. С нее. Угу, да, вот он. Так, мелкие дичь, что-то выкидываем. Ага, надо было сыпный пир использовать, но ладно. Успеем еще. Так, ну хрусталь точно надо выкидывать. Он... Простой волк был? Ай, простой волк был. Ладно, пофигу, потом повыкидываем. Так, вот не пошли волки уже. Уже что-то серьезнее идет. Наверное, надеюсь. Это не точно. Так, вообще, какое у тебя стоит поведение? Охранять меня, атаковать всех врагов. Давай атаковать всех врагов сделаем. Пускай будет поинтереснее. Так, отлично. Так, а это у нас что куда ведет? В этот случай не дорожка с кабанами. Да я красоты. Ну что ты тут стреляешь? Ну нормально же общались. Так. Не, в целом, конечно, здесь локация атмосферная. Прям кайфовая. Ужас просто. Прям... Атмосфера красивая.
То есть, если бы вот такое небо было бы в обычном мире, это был бы прям кайф. Да ёп! Парасоте, спасибо. Что сдох. Это, конечно, был бы прям конкретный кайф. Но слишком уж кайфово выглядит все. Вроде бы атаковать всех, но что-то это... Как-то у тебя не сильно получается атаковать всех. Ага. Безумцы. Бросаются буквально... Ой, да ничего, так у меня хп. Что-то я за хп вообще своим не следил. Вот они здесь, волки пошли. Так. Это выкинуть, вот это союзать. Так. Здесь змеи, волки. Ой. Не, легче самому убивать. Легче и быстрее. Так, ты иди вот. Да ёпарасоте. Пятишься назад. Собака нехорошая. Не, ну и так-то же я должен этот алтарь свой улучшать. Да, вот они, кабанчики пошли. Куда стрелял? Читер? Однозначно. Стреляет в одну стену, попадает в моего раба. Вот скотина. Железные слитки, кстати, железные слитки. Надо его отремонтировать, пока есть железные слитки. Вы перегружены, говорит мне игра. На шкуру можно повыкидывать все это дело, нафиг они не нужны уж точно. Ну да, то есть у нас вот два пути. И уже по какому ты пойдешь, там уже, как говорится, то и добудешь. То есть кабанятину или гигиенятину. То есть тут уже так вот. В целом, что один, что другой путь одинаковый. Одинаково легкий. Да, вот я вышел тем кабанам, которых я завалил. Вот, путь кабаней. Ну, кстати, путь кабаней как будто бы покороче. Но кабаны убиваются с двух ударов. Ну, то есть у него хп 350. А вот гиены с одного удара валились, что довольно-таки легче. Но у кабанов путь покороче. Да. Ну вот такое вот замечание я сделал, что он реально покороче. Да, реально я иду за картой. Ты посмотри-ка на мини-карту, а? Я просто за картой где-то тусуюсь. Прикольно. Не думал, что даже такое может быть. Вот, и как бы вот я уже здесь вырублю на ту зеленую плашечку. Так. Зеленая плашечка. Это что-то типа ворот. Проснись, брат, ночи. Хобана. А, это арена с боссом. И сейчас... Ну, в целом тут 1500. У нас вот боссы, которые это... Охраняют легендарочки, и то пожестче будут. Ну да, с этого ничего. О, день свет, кстати, почему бы и нет? Нормально так дропнулось. Открылось два пути. Ну вот это уже интересно.
Блин, я морда любопытная. Вот ну что, Петрович. Это голова, это всегда короткий путь. То есть вот и вот. Это всегда короткий путь, то есть мне, чтобы потом вот туда не бежать, вот на голова, это открылись ворота, и это короткий путь до места, то есть если ты сдох, то ты всегда можешь вернуться, типа того. Хм, интересно. Прикольно, я бы даже так сказал, что они настолько продуманные. Так, здесь у нас уже три пути идет. Здесь медведи. Здесь людям. Здесь пантеры. Пойдем к людям. Почему? Естественно, мне же надо это улучшить алтарь. Поэтому пойдем к людям. Да, они вроде бы подрыщами должны быть. Вроде как должны быть ваншотными. Да. Естественно. Вот, это уже хорошо. Ну. Вот, отличненько. Все сразу же в кучку. Это очень удобно. Ну, пускай будет. Лианы пригодятся. Ни сундучков, ничего нету. Здесь просто идет такая пустота. Я даже почти попал. Ну, наконец-то. Просто попасть по ним не может, и все. Они и каст сбивают. Нифига себе, закаленные стали. Я тише, посмотришь. Они и каст сбивают, и сбивают, козлы. Ну, кстати, 28 уже неплохо. Глядишь, это... Глядишь, к концу и... Алтарь улучшится. Ну, в смысле, будут ресурсы для улучшения алтаря. Так, становишь шляпам. Так, здесь у нас чего или ничего? Не, ничего, просто обход. Обход, проход маленький. Ха, прикол. Не, ну вы, конечно, это, смешные. Я вам на голову наступил, вы потом уже такие... А вы смешные. Стальной бросок. Ну вот уже что-то поинтереснее начинает падать. Ну, добрый вечер. А вот и пантеры. Вот это, наверное, путь с пантерами. Ну, в целом понятно, что когда где, то есть нет смысла идти, то есть ты просто выбираешь, по какому пути идешь, с кем будешь сражаться. А, с людьми, с медведями, с пантерами. Погоди-ка, а почему здесь медведи? Я с медведями не хотел сражаться, они жесткие. Так, погоди. Ну, я вроде бы как шел, так и шел. Так и шел. Так и шел. Ой, блинский. О, а здесь что? Есть что? Нет, это просто это тень такая упала. Блин, ну давай зайдем сюда тогда, чё, я откуда знаю. Ой, какая дурость, тупость. Беспредел! Ой, короче, иди в жопу. Так. Размозженный труп. Отлично. Железного стража мне точно не надо. Да я просто. О, попал. Я сейчас выйду к пантерам в итоге. Ну, в смысле, начало, где пантеры.
Ладно, пофигу, пройдем все пути. Че мне, привыкать что ли? Страдать фигней. О, еще хавка, это хорошо. Такая, когда пиры вот эти падают, это очень хорошо, потому что они восполняют еда-вода. Это прям очень кайф. Давай лишнее выкинем. Интересно. Я пытался попасть на скорости не получилось. Мочим так. Остальная рама, ну нифига себе. А, подожди, тоже. Ну нифига себе. Просто, хоп, стальная рама. Тоже неплохо. Так, здесь ничего, здесь ничего. Да, вот он, пантера. Вон они, не люди. Ну, погнали, что тогда завалим всех. Я без понятия, в чем прикол. Теоретически, с медведем должен быть самый короткий путь. Типа, потому что здесь самые жесткие мобы. Вот. О, еще одно. А есть какая-то пещера? Интересно даже. А, ну раз ты сам пришел. Все, отлично, красава, погнали. То есть если вот в первой там была развилка, и разницы никакой не было, то здесь уже разница, что ли, есть, куда ты пойдешь? Кстати, если не заметили, здесь еще медвежонок тусовался. Да, здесь можно медвежонка залутать. Так, а здесь больше ничего нету? Сундуков и так далее. Ну, хотя здесь что-то не замечено было, чтобы сундуки валялись. Вот медвежонок. Угу. Ах, твою мать. Я когда здесь сюда подошел, убил медведей, я здесь не видел. Видишь, она не видно было. Здесь тоже любой, короче, путь. Просто единственное, что да, разница в том, с кем ты будешь сражаться, и все, не более. Ох, твою мать, я просто этот проход не видел. Да ну нафиг. Ну, все, теперь уже точно могу сказать, идти можно куда хочешь и сражаться с кем хочешь. Брат Луны, проснись! Дитя Гулы, вот соперник, что желает испытать твою силу. Ну, на тебя по заднице, и еще разочек. Альфа-горилла, мать твою, за ногу. Вот тебе альфа-горилла. Вот, видали? Врата сразу же опустились. Тенит цвет. Много тенит цвет. Это хорошо. Пускай будет. Короткий путь открытый. Если что, можно будет туда пройти. То есть, по идее, здесь можно сразу же выйти отсюда. Я сказал, только избранным. Ничего интересного не говорит. Так, что у нас здесь? Здесь у нас пантеры.
там у нас горилла. То есть, как бы, в целом, дальше понятно, что как-то где. Но, горилла. Есть шанс, что будут детеныши гориллы. И вот, как бы, почему бы и нет, а вдруг? Больше ничего нету. Как говорится, не знаю, зачем мне горилла, но я был бы не против вырастить. Ах ты, ёпта, вы же за ногу. Сколько всякой гадости мне подрапалось. Фу, какой каннибал. Ты посмотри, сколько у него рук и ног. Ужас, кошмар. Не зря я его убил. Сразу раздробление просто первым же ударом. На нафиг. Да, они дрищавы, конечно, просто да нельзя. Интересно. Стоят там просто стучат. Ну, типа это, игра мышцами происходит у них. И такие, ху, нафиг на меня погнали. Ну, прокачанным сюда приходить, конечно, это как избиение младенцев, тут не поспоришь. Обсидиан даже. Как прикольно. Такая сумка здоровая. Так, это я оттуда пришел. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Серп попадает по мне. Вот дурные обезьяны, а. Так, здесь вот они. Пантеры там тусуются. Даже получается саблезубые тигры. Ого, хорошо, что я пошел не к ним. С ними возни реально больше. Они вот этот с ног сбивают, прям аж раздражает. Ну и кровотечение тоже не кислый урон вносит. Бычок. Идет бычок, качается. Братан, перед тобой соперник из рода тех, кто надел на тебя ярмо. Покажи свою первобытную ярость. Это я должен туда спрыгнуть, что ли? Ну, спасибо. Еще и урон мне внесли. Так, отходи. Вот. Твою мать, это ну... Вот, ладно, вот это нормально уже. Это уже интересный. Олей! У меня, конечно... Опача, пик нету, чтобы втыкать. И да и красного плаща нету. Но... Стрела в ляжку тоже хорошо. Нифига. И к нему реально фиг подступишься просто так, по-нормальному. Все? Отличненько. Нифига себе. А, ну тут можно было и заходить за край, просто это, плохо было бы видно. Так, немного тенит светом.
не повредит. Экзотическая дичь. Весит дофигич. Так, вот это выкидываем, вот это выкидываем, вот это выкидываем. Это тоже нафиг выкидываем, потому что ее и так много мне на базе. Смотри, сколько всякого хлама я насобирал. Просто кошмар. Просто кошмар. По-другому это и не скажешь. Ладненько. Здесь у нас что? Здесь у нас ничего. Там мы спустились вниз. И, возможно, было как-то можно было по-другому спуститься, но вроде бы нет. Угу. Открылся еще один проход, что ли? Так, а вот теперь где что куда? А, вот он, короткий ход. Ход-проход. Отлично. Значит, все, идем правильно. Оборотни пошли. Интересно. Винтики заюзать. Ну что, погнали. Отхилялся полностью. А, это так мухоморы светится. Прикольно. И зеленым, и красным они светятся. Прикольно. Блин, как же все-таки красиво здесь. Проснись, брат крови. Ну ничего такой быстренький. Воу, воу. Легче. Ну, как говорится, стоит только его тормознуть, и уже полегче становится. Смотрите полуночную рощу. Отлично, соперник, ты достоин. Забирай, что твое по праву победы. Когда-то люди и звери делили. И дальше в спячку. А, кайф. Не, это, конечно, кайфово. Это, конечно, кайфово, красиво. Тут не поспоришь. Здесь это просто кровавая лужа. Не более. Так. Но как мне изучить Джебл Сага? Съешьте плоть памяти. Плоть памяти. У меня здесь такого ничего не дропалось. А, вот плоть памяти! Использовать. Вы изучили новые рецепты? У-у-у, клёво! А какие, пожалуйста, подскажите мне, пожалуйста. Так, ну-ка, еще разочек. Вы изучили новые рецепты. Какие? Вот, блин, чтобы что-то узнать, нужно залазить на вики, да? Ну, это вообще прям, знаешь, молодцы. Гениально. Ну, это все и так было. Ну, здесь не должно что-то такого сверхсерьезного, жесткого и так далее появляться. Вообще, я должен был религию изучить как-то. Devil Saga, да, вот на религии. Вот ее. Такс. Ну ладно, отлично. Алтарь мы поставим. Прикольно.
И телепортация. Так. Ого. Ого. Прикольно. То есть мы вообще супермеры образовались. То есть были здесь. Ого. То есть я, получается, как будто бы из этой воды вылез. То есть это озеро непростое все-таки. О, второго лава. Хорошо, что здесь никого нету. Тактика. Не то. Хорошо, что здесь никого нету. Убираем следы за собой. Опс. Опять куча всяких руконог, блин, пала выбивал. Отлично. Домой. Вот как-то так. В общем, не знаю, буду я делать алтарь Джебл Сага или нет. Что будет, как говорится, дальше, я пока что не знаю. С одной стороны, поставили бы. С другой стороны, бляха-муха, я забыл взять квест. Ладно, благо еще полно у меня этих алтарей, которые надо улучшить. Три. Есть место под ошибку. Вот, улучшился до конца алтарь. Кстати, жрец Даркетта. Но... но он, походу, делал не миной. Вот такая вот хрень непонятная. Угу. Вот так вот и узнаешь, что твой жрец нифига не именной. То есть здесь что там, про канал. То есть, бляха-муха, а какой мне жрец тогда нужен? Потому что здесь вот, допустим, вот именной, да? И вот я могу призвать. Там тоже именной, и я могу призвать. То есть вот истинное имя Эмира. То есть я могу призвать. А там получается не именной. И здесь тоже не именной. Или в целом я не могу этого делать. Кстати, вот эту сферу. О, нифига себе вы весите. Нет, это не буду с собой таскать. В общем, короче, непонятная фигня. Очень сильно непонятная фигня. Ладно, с этим потом как-нибудь разберемся. Если знаете, что, когда, где с этими алтарями, пишите в комментариях. Я думаю, когда вы это напишите, я уже плюс-минус либо все апгрейжу алтари, либо почти все. То есть это будет близиться к концу. Ладно. Алтарь Джебл Сага можно можно поставить, наверное, внизу, я не знаю, но... расстояние-то будет слишком близко. Где у меня? Вот он, Джебл Сага. Мешает другой объект. Слишком близко. Нет выбранных объектов. Что? Мешает объект или другой? Ну, типа, теоретически я его сюда могу впихнуть, что ли? Но его вроде бы надо куда-то ставить. Ладно, ну разберемся с этим, потому что так где. Если он вот сюда впихнется, тогда да. Тогда я его поставлю в Джебл Сагу сюда. И будет стоять по центру. А там уже будет. Ой, а там уже будет видно, что, где, куда, как и зачем. Кстати, что-то у меня. О, прикольно! Они же на карте отображаются, типа, апгрейдженные алтари. До третьего уровня. Они отображаются на картах. Точно, я и забыл про это. Прикольно. Ладно, на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Всем спасибо за просмотр. Что у нас будет следующее путешествие, и так понятное дело, что у нас под списком. Черная башня. Вот. И будет уже скоро близиться к концу. Ладно. Есть ли что-то интересное? Моды и так далее, пишите в комментариях. Ну, а я с вами буду, пожалуй, скажу всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.